Добрый день! С вами Сибелькова Анна и простые мастер-классы. Сегодня мы создадим весеннее панно из природных материалов. Покрываем основу акриловым грунтом с помощью валика или губки. Не жалеем грунта, нужен фактурный и плотный слой. При необходимости наносим два слоя. Сушим. Создаем сетку из малярного скотча. Раскладываем природные материалы и фотографируем для себя подсказку. Мастихином наносим грубую рельефную пасту посегментно и сразу же погружаем в нее элементы согласно нашей задумке. Теперь снимаем скотч и оставляем работу на просушку. Полное высыхание грубой пасты, в зависимости от толщины слоя, может доходить до суток. Но нам главное добиться первоначального схватывания, которое произойдет за несколько часов. Акриловую краску Акрил Делюкс в оттенке лесная зелень разбавляем водой до жидкого состояния и аккуратно заливаем между островками. Красим торцы. Сушим. Панно готово. Очень просто.